Хей, Дуба, я Хубабубу, а всем привет. Всем привет. Вот, новая игра вышла, Hello Neighbor 2. Наконец-то состоялся релиз этого детища просто от крутых разработчиков, которые делали первую часть. Опять же, наш усатый сосед будет опять нас гонять, наверное. Я не помню, что в первой части произошло, я смотрел на ютубе, но мы начинаем и вот отправляемся в этот... странный городок. Так, я запускаю таймер у себя. И вперед. Поехали. Все, еще едем. Вот прям совсем. Совсем на днях вышла эта игрушка. Вот. Будет популярно. Это мы все знаем, поэтому я вернулся. Вернулся более обновленным звуком, с новым микрофоном. И буду клепать видосы. Наверное. Посмотрим, как зайдет первая серия. Так. Текстурки и облака сразу. Кто-то... О, чё с фиписами-то, ё-моё. Ну, вроде сейчас все стабилизировалось. Так, и... это тот самый усач, который и парк охранял, и по второй части был. Вот. Все мы его прекрасно знаем. И он тут что-то фоткать пришел. Я в бету не играл. Не знаю, что там было. Ну, так, одну серию посмотрел у Купленова на ютубе. Что-то в траве шелестит у нас. О, смотрите, какой кот! Фига у него с шапкой. Лютая. О-о-о! Сосед ребенка ворует. Педофил взрослый, усатый. Вы посмотрите, какая у него щетина. Нафоткали, нафоткали. Но он нас заметил, какой-то разозлился. О! Ты лопату-то куда несешь? Ты чё? Машину заглушил, реально? А, кстати, а чё у него за ключи и куда он их ставил? Просто в деревяшку в эту. Ты потом заплатишь за это стекло, которое разбил сосед, дебил. Чё это? О! Хе, воронья башка, дай пирожка. В амбар въехали какой-то. Красненький. Это что, это все? Головоломки начались? Соседские. Я не хочу их решать. Увези меня обратно. О! Хе-хе. Трава. А можно как-нибудь типа выпасть отсюда, вот вылезти через машину? Нельзя. Придется решать головоломки соседские. Ох уж этот сосед. Так. Ну, ключ, конечно же, на самом видном месте будет. И шестеренка. Кстати, о, на тап инвентарь. Вот, ну я это уже посмотрел. На мышку действия. Стекляшки. О, у нас этот. Весюлька репортера, походу. РССП. Ничего не понятно, короче. Бабах. А там еще, по-моему, что-то сломать можно было. Да, вот. Оп. Так, это. А, ну из рук нельзя убрать на один. Ты да чем выкидываешь? А я могу просто взять. А. А лом-то куда делся? Все, верните нам его обратно. На мышку, боже, управление в этом. Вот этом вот табе, в этом инвентаре. Совсем неудобно. Ну ладно, так. Тут есть что-нибудь интересного? Нет, интересного ничего нет. О, какая лестница скрипучая просто. А лом ты куда убрал? Дай, пожалуйста, лампа. Не, ну у нас просто главный герой мастер паркура. Даже если он упадет с вот такой высоты, ему будет пофиг. Поехали. Почему? Ну, типа, нельзя, как в прошлой части, брать просто какие предметы захочешь. Так. Пошли. О! Бабахнули по голове. А я думал, руку отрубит. Чё смотришь? Вообще, балбес этот ваш сосед. Усач, иди побрейся нормально. Зарос уже.
Оп, мы проснулись. Я надеюсь, мы не в соседском доме проснулись. И, походу, дела нет. Коловон мох. Что это вообще за коловон мох? О, это чё? Отражение в зеркалах? О, а чё оно такое грязное? Мониторы какие-то. Я чё, в Far Cry 3 попал? Это вас сейчас мне будет говорить то, что он разочарован или как? А, нет, какие-то камеры, там, полицейские. Чё это? О, камер нету. А это что тогда такое? А, вот камера. А куда ее? Это этот? А как наверх? А, на shift наверх. Ой, что я сделал? Это я типа за соседом могу сидеть вот так вот, да? Вот, подлетел, оп-оп-оп. Ой, я застрял в люстре. А на этих мониторах что оно не нарисовано? Ну ладно. Давайте так полетаем, поизучаем. Оп-оп-оп. Да я застрял опять. Какое тупое управление. Вейрон Крупс Небар. 4 ТВ. Ого, это что за особнячок такой? Это там Макдональдс, что ли? Так. Как я понял, вот это соседский дом. И, кстати, райончик такой неплохой, городок. Но вот эти вот вороны летающие. Они у меня камеру-то не украдут, если я к ним подлечу. Кстати, они над соседским домом именно кружат. Вы посмотрите. Что-то подозрительно. И там вот полицейская машина. И музычка такая тихая, приятная, расслабляющая там. Как будто все хорошо. Но камера медленная, что капец. Это прям... Вот я зажал Ctrl. А, все, если не двигаться, то она нормально. А если двигаться в этот момент, она ненормально. Ну ладно. В принципе, можно уже отправляться. Так. Берем свою монтировку. Так, в этой комнате что-нибудь есть полезное, интересное? Так. Симинг. Ну, это типа миссинг. Как-то там переведено криво. Так, ладно. Соседский дом. Вперед. Вперед, 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 вперед. Так. Камеру. Камеру, как... Боже, а я думал, она типа низко... А, ну нет. Так. Чел, что с тобой? Ты вообще... Ты зачем сам в себя залез? Тебе удобно так монитор стыкать? О! Это чё? А как это? А что это? Это зачем? Крюки какие-то, я чё? Кого я тут должен подбирать на эти крюки? Так, ладно. Камеру забрать. Так, и вперед изучать все. Вот мент. Эй! Вассалям алейкум! Чё? Вообще, что ли? Можно я мячик не выкину? Подбери мячик, мы в этого мента кинем. Так, а тут что у нас? Девочка играла с домике, тут русалочки. Ладно, давайте попробуем забраться. Неужели наконец-то тут не будет каких-нибудь невидимых барьеров и можно изучать районы? А, понятно, короче, надо... Оп, батутик. Может, с него типа... По-моему, батут не так работает. А насколько высоко мы можем? А, все, ну это максимум. Я не могу эту лестницу скинуть, чтобы было удобней передвигаться. Нет. Оп, паркур. Паркур, молодежное движение. Как дверь открыть? А, на Е. О. Смешные ребята. Так. Поезд катается. Вот тут вот проходит через дерево. В окно вылазит, оп, и в другое окно залазит. Неплохо. Так, рисунок. О. У меня есть меч, пошлите затыкаем этого мента этим мечом. Лови. Фига ты его поднял. Ладно. Я не думаю то, что стоит его терять, потому что, как на картинке нарисован робот с этим мечом.
Возьми лом в лучшие руки. Робот с этим мечом нарисован. Так, а это чё? Ага. Окошко. А может этот? Сейчас, короче, дрона тут поставим, чтобы за ментом следить. И все, и пусть он там. В любой момент сможем в моник посмотреть. И такие, опа. Так, робот вверх. Клешня его. Вот так. И вот так. Неплохо. Дудец. Паровозик дунул. Так. Чё? О! А ты чё такой медленный стал? Быстрый же был. Так. Лезем ножницы. Ими можно перерезать себе сонную артерию? Если да, то я очень рад. Но походу дела нет. Вот если чё, это была шутка. Ты вы так с ножницами не повторяйте. А чё это? Зачем это? Почему? Я застрял. Нет, не застрял. Ой. Ну ладно, Assassin's Creed. Серьезно, это сработало? Так. А почему я тут оказался? А был там. Это что за листовые порталы? Можно в классике поиграть? Оп, один, два, оп, три, четыре. Сразу пять, шесть, семь, восемь. Ой. Перепрыгнул, все, я выиграл, я вам отвечаю. А барьеры тут какие-нибудь будут? Или так, пофиг. Оно как бы есть, но его как бы нет. Ладно, так. О, это наша машина. Вот тут, как я понял, нас сосед завалил. Это что такое? Сюда можно? Знаете, мне что-то подсказывает, что вот это вот настоящий дом соседа, а не вот это. Равнинг. Нухтинг Сениус Монеп. Что? Если я сюда зайду, меня... А, я сюда не могу зайти тут. Этот камень и забор. Ладно. Ну вот, в этом доме нам дали по шее. Сейчас придем и скажем, кто тут, чё тут. Кто тут чё говорил на малого? Вы просто лузеры. Так. Опечатано тут все у нас. О, нож возьми, давай затыкаем полицейского. Кубик. А это что за звук был? Это типа этот мент снаружи ходит. Я типа могу вот так с ним смотреть. Ладно. Доска какая-то. Куколка. О! Нифига. И... Там этот мент что-то орёт. Болтает сам с собой. Так, тут у нас что? Тут у нас ванна соседа. Тут кровь. Ага. И тут еще что-то звуки странные издает. А. Ну, естественно, в туалете кубик. Конечно. А что у нас такой бесконечный инвентарь, что ли, или что? Так, ладно, допустим. Идем дальше. Гуляем по комнатам. И вот сейф. И кубик еще один. У нас есть уже три кубика. И что-то мне подсказывает то, что вот эти вот четыре ленточки это пароль от сейфа. Значит, у нас вторая цифра это 9. Третья 8. А четвертая 4. 9, 8, 4. Так, надо первую. Первую найти. А, ну и вот один. Тогда я сразу... Так, подождите. Один. Один, восемь, девять, четыре. Правильно? Нет. Один, девять, восемь, четыре. Вот. Один, девять, восемь, четыре. Что-то какой-то у вас легкий пароль. Я могу окно разбить кубиком? Нет. Ну и ладно. А для чего... Прячься. Для чего мне этот кубик нужен был?
ключик, точнее. Чё этот приперся сюда? Иди отсюда, я тут прячусь. Я тут веду свое собственное расследование, вы ничего не можете. Ты куда на второй этаж поднялся, там закрыто? Где он? А, вот он там стоял на лестнице. Обход какой-то делает, патрулирование. Так, если мы выйдем, он нас спалит. Ну-ка, на второй этаж. У нас есть ножницы. Я же могу ленту пролезть? Да, могу. Что делает ключ? Не знаю. Что там? Так. Ага, тут нужно вот это. И она лежит. На самом видном месте лежит. И... Нас тут ломиком сломать. Ломаем. Получаем видеокамеру. Вторая. Я могу ее отслеживать с монитора? Так. Монитор возьми. Ага, нет. Кстати, полицейский не вернулся до сих пор на свой пост. Значит, он где-то по дому гуляет. Что-то мне подсказывает, что нас спалили. Все, я спрятался. Ты меня не найдешь. Отвечаю, не найдешь. Ага. Он украл камеру и положил ее обратно. Так. Ладно. Фиг с ним. Возвращаемся на второй этаж. Он вроде свалил. Так. Мы были тут, да? И что еще тут есть в этой комнате? Паутина. Какая-то батарейка. Мы ее достали из часов, на которых написано 10:35. Ладно, допустим. Так, сейчас аккуратненько будем ходить. Ленточка какая-то. Ага. Картинка. И вот картина. Так. Вот там где-то ходит. Сейчас я посмотрю. Его до сих пор нету. Он не на улице. Он гуляет по дому. Это не очень хорошо. Но. Так. Флюфс. Что такое флюфс? Он тут. Этот мент тут. Все, свалил, свалил. А чё я реально жизнь это шепчу? Это ж видеоигра всего лишь. Вон там паутина. Гиря. Зачем она мне? Так, ладно, тут еще есть одна паутина. И... Мне это дало абсолютно ничего. Допустим. Так, а что делать? Что делать? Что делать? У нас есть ключ, батарейка и гиря. И они неизвестно для чего нужны. Так, ну тут есть еще какая-то... О! Стоп. Отстань! 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 Поймал. Нет, не везу. А я думал, он себе еще украл. А что он у нас украл? У нас украл ключ, гирю украл и батарейку. Так. Ключ в сейфе был. Гиря на шкафу. И батарейка там же на втором этаже. Ладно. Допустим. Так, где этот? Где-то там ходит. Дверь открывает. Тут картина. Кто это? RTM. Собака ты. Вонючая. Оп! Обманули дурака на 4 кулака. Убежал я от него. Вот все.
глупый какой-то полицейский, медленный вообще. Его обмануть и бежать легче легкого. Че ты тут стоишь рядом со мной? В рацию свою включил и стоит, смотрит. Обход опять пошел делать. Ты вот лучше не обход делай, иди вот на улицу, там, где ты раньше крышевал. Тебе тут не рады. Уходи. Отошел. Так, сидим в шкафу пока. Автосохранение, как я понял, только что произошло. Не, ну ты вообще тайминги лютые ловишь, чтобы выходить. Ты меня не видел. Реально не видел. Так работает. Ну-ка, а что там? Вентиляция какая-то. Как-то вон там надо пройти и дальше, и так, и дальше, и туда, вон туда. О! А вот и дверь соседская. И тут шкаф есть. А, ну и шкаф мы видим, вон куклу достали, да. Пончик, могу взять пончик? Нет, не могу. К сожалению. А где этот? Мусор. А, давайте сейчас этот попробуем потыкать ключ. Все, один замок открыт. Отстань! Как ты меня поймал? Ну и фиг с ним. Мне все равно типа нечего было терять, потому что я все, что было в доме, оставил. Только ключ забрал и открыл дверь. Надеюсь, он ее обратно не закроет на замок. Хотя, почему, типа, он нас выгоняет? Мы, по сути, помогаем ему расследованию, потому что вот мы открыли один замочек и все. И как бы... Да. Да ты что в этой комнате ты делаешь? Тебе заняться больше нечем. Ага, тут, короче, большинство картин двигается. Все, вперед. Нет, ну как ты меня запалил? Нет, ладно, я ошибался, сказал то, что он медленный. Он довольно быстрый. И он все что-то делает на втором этаже там. Ты вообще балбес, что ли? Тебе там нечего же делать. Оп, сделал круг, обманул. Так, картина. Что это? Какой-то еще экран для камер? Надо где-нибудь спрятаться? Так, 1, 2, 3, 4. А как перемещаться между ними? 1, 2, 3, 4, так. Короче, пока бесполезно. Здесь какие-нибудь еще перемещаемые картины. Перемещаемые картины. Надо искать. Короче, все, что мы можем там кинуть или поставить, если полицейский это заметит, он это обратно уберет. Мы это поняли. Так. В этой комнате мы еще не были. Мы ничего. Он сюда пришел! Нет! Я бегу, 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 бегу. Отстань, 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 отстань. Я сам выйду, оп. Открывай теперь сам дверь. Лови. Ой. На, ножницы. А что с ним? Я ему... А где ножницы? Ты куда мои ножницы дел? Ты чё? Ребят, кажется, я ножницы потерял. А реально, а где они? Он их выпинул куда-то. Он их уничтожил. Этот гад уничтожил мои ножницы. Где я теперь должен вторые искать? Как бы я не уверен, что они задеспаунятся там в домике. Ладно, мы не изучили до конца вот эту комнату. Короче, не наступаем точно на игрушки.
Так, тут есть машинка. Ага. Нажимная плита. А, и вот для этого и была нужна... Гиря! Поймал меня, и монитор забрал зелененький. Но теперь мы знаем, что нам дальше делать. Короче, нам нужна гиря. Вот. И нужна... И нужно ее поставить на нужную плиту. Ну, а на втором этаже сидит. Ладно, давайте сходим-ка, в принципе, домик на дереве. Посмотрим, может, там реально ножницы где спавнились каким-то магическим образом. Потому что я не знаю, что мне делать без ножниц. Это как бы очень важный, наверное, предмет. Зачем я это сделал? Ну, для кого это было придумано? Ладно. И нет. Ножниц тут нет. Тут есть только лишь моя камера. Ладно. И без ножниц проживем. Наверное, надеюсь. Типа, а что думали разработчики? То, что мы всю игру будем с этими ножницами бегать или что? Да как ты меня ищешь? Тебя не было в комнате. Ты вообще что ли? Во-первых, куда ты выпинул мои ножницы? Верните мои ножницы, я буду драться за них. Ой, ладно. Все-таки попробуем без них как-нибудь протянуть. У нас есть трехзначный буквенный код. И у нас есть следующий план действий. Вопрос типа, а как мент положит сюда обратно гирю? Ладно, не суть. Сейчас обману его. Оп. До свидания. До свидули. Беги быстрее. Хе-хе-хе. А я у тебя гирю украл, я у тебя гирю украл, я у тебя гирю украл. Оп-оп-оп, смотри, смотри. Убежал. Расплакался, то, что я у него гирю украл. Он пончик решил похавать. Пончик похавать решил, вы понимаете? Ты чё, вообще, что ли? Дурной. Тебе чё, тебе надо? Ходит с пончиком. Ножницы мои украл и сидит. Ходит, пончики хавает. Так, ладно, гирю выкидывать не надо. О, кстати, в старых версиях, ну, типа, в первой части Hello Neighbor, был вот такой баг. То, что если вещь какую-нибудь под себя кинуть, она тебя вытолкнет и закинет на небо. Но гиря, походу, не подходит под этот параметр, чтобы выкинуть монитор тоже. Ну, тогда, в принципе, можно было коробки всякие поднимать и еще много всего. А в этой второй версии, второй части, точнее, этим уже нельзя. Ты зоркий глаз, Бэтмен. Тебе что не имется так? Ты можешь уйти? Почему у нас какой-то усатый полицейский вместо соседа теперь бегает? Иди сюда, повернись. Смотри на меня, да, я тебя заскриню. Смотри на меня. Во, идеально. Фото на паспорт. Он гирю украл. Так. Ладно, я пошутил. Такую фотку нам не надо. Он гирю украл. Сидит дальше, пончики хавает. О. Так, сейчас его отвлек, он выбежит на улицу, а мы через черный вход. Оп. Так, дальше бежим на второй этаж. Забираем уже третий раз гирю. Кстати, она цвет меняет, походу. Ставим ее на эту нажимную плиту. Все, она стоит. Так, фоточка. И все. Я три раза терял эту гирю ради этого куска фотографии.
Раз, ну, еще пол картины собирать. И где мне их искать? Не понимаешь? И не пытайся. А чё? Как? Магическим и чудесным образом он меня поймал. Ладно, фиг с ним. Гири, мы поставили картинку. Собрали. И надо теперь где-то искать трехзначный код. Либо... Нет, нам надо... Как-нибудь этот. Чё тут туалетная бумага? Надо искать где-то трехзначный код и понять, как пробраться в ту вентиляцию. А также... Что еще надо? А, вот, вот эту дверь надо как-нибудь открыть. Но она, походу, не открывается потом. Серьезно? Тут был этот обрывок картины. Все это время. Ладно. И нам нужен еще один кусочек. Где его взять? Где его взять? Походу, он там в этом... трехзначном кодике. Что? Что? А как он меня увидел? Через что? Где? Откуда? Как? Почему? Ладно, допустим. Прячемся. Так. И где этот сосед? Ой, ну не сосед, а полицейский. Ну и в принципе сосед тоже. Где? Ну хотя сосед в тюрьме, походу. Так, ладно. Сидим, ждем. Так. Так, сосед, ой, ну, полицейский пропал, ну, ушел, пиндюрилось вот так. Может, мы в этой комнате еще не до конца все сделали? Наутсок Танури. Так, и мультик, походу, какой-то... Сейчас посмотрим. Сосед наш, вороны. I'm a slot killer. Допустим. Бежит от сосед. Вот так. Женщина. Ну, девочка. Знаете, мне это очень сильно напоминает «Привет, Арнольд». Потому что там был тоже мальчик. Ну и второй тоже мальчик был такого же цвета кожи, как эта девочка. И они вместе там, типа, бегали там, истории разгадывали. Что это? Это... Фу, что он сделал с этим животным? Ага, они дом сожгли. Девочка на велосипеде, соседская машина, походу. Вороны. Hello, neighbor. Welcome to Raven Brooks. Как я помню, Raven Brooks — это тот самый город, где мы сейчас находимся. Кажется, вас спалили. Вот вам, ну, было ожидаемо. Привет, сосед говорит. Сейчас он вас поймает. И съест. А может, в подвале запрёт своём. Вот почему в той части сосед всегда ловил, если от него бегать, но он быстрый был, а этих он вообще двоих поймать не может. Ага. А можно на этой двери там, типа, такую же фигню, чтобы я также залез к нему в подвал? Я отвечаю, я смогу проползти. Чего соседа везет? Он забаррикадированный. Почему ты остановился? Давай, заходи.
А, успокойся, он не может перейти через эту линию. Премьер, December 8. Ну, 8 декабря. Понятно. Дальше что? А, дальше ничего нет. Ну, вот Snows of Nature. Знаете, вот как-то... Подозрительно вот эти вот три буковки. Вот N, T. И OF маленькая. Что-то мне подсказывает. Это чисто моя догадка. Нифига себе. Это реально так было? Второй ломик дают нам. Зачем? Ну, ладно, и куколку. Куколку сейчас в кукольный домик засунем. И остается сосед. Сосед, который вон там сверху. А к нему фиг приберешься. И надо желательно куда-то спрятаться. Потому что нас что-то запалил этот полицейский, услышал нас. Так. Так. И чё? Так, ладно, походу его нету. Картина. Слишком высоко картина, но я увидел. О, это карта района. Забери ее. Плюсик тут. Плюсик нарисован в кукольном домике. Ну, домики на дереве. Но мы там были уже. Я могу отсюда выбраться? Нет. Ну и этот сосед. Соседушка наш. И что дальше? Три куклы есть. Что это был за звук? Кстати, он реально все раскидал вниз. Обратно, типа. А чё? А, они на своих местах стоят. Ой. Сосед должен быть тут, а это тут. Еще один ключ. Он тут стоит! Дебил! Уйди от меня! Смотрите, я сейчас успею, отвечаю. Оп! Успел! Вот дуралей, 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 я от тебя убежал. Я молчу, потому что он ходит рядом со мной. Мне страшно. Вот. Короче, я сейчас еще почитал. И оказывается, без ножниц пройти нельзя. Потому что ножницы... Это, как минимум, ключ от какого-то замка. И еще там нужно будет разные штуки разрезать. А ножницы что? Правильно. Потерялись из-за вот этого дебил. Ллойда. Еще и лом потерялся. Короче, на этом заканчиваем. Придется. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.